наших партнеров. То есть вебинар у нас продлится сегодня, но я не думаю, что очень долго. Мы кратко разберем, что из себя представляет партнерка нашей компании. Вот. Если меня слышно, видно хорошо, просто дайте мне знать в виде плюсиков, которые могут появиться в чате нашего сегодняшнего вебинара. Ну, конечно же, если вы это напечатали. Спасибо, Светлана. Вот, я смотрю, сегодня, в принципе, у нас в комнате, по большому счету, людей немного, и люди, которые, ну, как мы говорим, в первых рядах, да, по большому счету. И Эля, предполагаю, что, возможно, это Санкт-Петербург, да. Вот, Светлана из Молдовы у нас сегодня. Это те люди, которые информацию утреннюю наверняка уже донесли до своих партнеров по структуре, до инвесторов своей структуры. Речь идет о изменении дисконта, да, и о том, какие пакеты у нас будут на восьмой этап. То есть сразу хочу сказать, что для всех, кто сегодня вот присутствует в комнате, для всех наших партнеров, в среднем изменение дисконта будет касаться всех пакетов, и где-то оно будет порядка 20%. На пакеты с рассрочкой может быть уменьшение пакетов долей компании в пакетах по рассрочке будет немножко более значительным, поэтому небольшое эхо, да? Небольшое эхо. Так, сейчас мы посмотрим, что тут у меня с микрофоном. Так, ну эхо еще может быть... Я сделал немножко меньше звук. Эхо еще потому, что я нахожусь здесь один в комнате, и в принципе она закрытая, возможно... Акустика хорошая, поэтому эхо отражается от тех стен, где я сижу, и попадает к вам микрофон. Вот. Итак, дисконт будет изменен в среднем на 20%. Сразу хочу сказать, вот, например, многих людей интересует, ну, тот же минимальный пакет, да, если у него дисконт был 36, то после смены дисконта это будет 30 составлять. Максимальный дисконт, который у нас был с вами, вы знаете, в стандартных пакетах составлял 350 раз на пакете 150 тысяч, да, долларов единоразовые закупки. То сейчас он будет 300. Ну вот на больших пакетах чуть меньше, то есть от 20 где-то процентов и дальше идет на уменьшение. То есть, кстати, 36, если мы... Это касаемо, наверное, того, что 540 тысяч акций человек написал, у кого сколько. Ну, не думаю, что просто похвастать, потому что вы знаете, что у нас скоро появится еще новый пакет, который, ну, можно сказать, будет хорошим подарком для тех людей, которые начали инвестировать в наш проект, начиная, например, с 2014 года, либо позже, у кого на сегодняшний день на руках находится большое количество долей нашей компании. Да? То есть эти доли могут быть приумножены на 1%. Сразу все, что у вас есть, может добавиться еще 1% к этому, 2% либо 3%. В зависимости от той рассрочки, которую вы выберете. Да? Вот. У нас есть 3 будет пакета, называться мультипликатор. Я думаю, в ближайшие дни будет сделана рассылка по адресам наших партнеров, электронным адресам, где будет выложено письмо с сравнением, да, дисконтов, которые есть на сегодняшнем этапе, и с теми дисконтами, которые будут на восьмом. Как это было сделано в конце шестого, может кто-то из вас помнит, то есть были... Сравнительная, скажем так, характеристика тех пакетов и дисконтов, что были и что нас ждет. Фактически у каждого из вас сегодня есть там 6 суток, по большому счету, да? Вот. В течение которых вы можете дать информацию большому количеству людей вас окружающих. В принципе, я как бы не занимаюсь активно строением партнерской программы, да? Точнее, скажем так, с партнерской структуры, ну, ввиду того, что работаю здесь, скажем так, весь световой день с утра и до вечера и так далее. Вот. Но тем не менее, были люди, которые... имеет прямое отношение к MLM-бизнесу и, наверное, серьезный лидер, можно назвать, получает серьезный доход. Я им очередной раз задал вопрос. Да, вы все грамотные, вы строите, скажем так, большие партнерские структуры в тех компаниях, где вы работаете. И я точно знаю, что на целом ряде обучающих мероприятий в течение месяца, там и это повторяется с определенной периодичностью, вы людям рассказываете о финансовой грамотности. Да, то есть вы их агитируете стать вашими партнерами в том бизнесе, который у вас есть, зарабатывать больше денег, создавать источник дохода, да, и говорите, что вот, когда вы стали там человеком, имеющим возможность сделать какие-то инвестиции, может быть, даже крупные и так далее, инвестируйте там не больше 10% вашего дохода, то есть приумножайте эти деньги уже не от своего труда, а от того, что это будет работать на вас. Я говорю, вот у вас есть возможность воспользоваться ситуацией, что у нас через 6 дней, грубо говоря, да, доли нашей компании вырастут в цене, если так это назвать. Цена вроде бы пакета останется той же, а на выходе будет меньшее количество долей компании. Вот. Соответственно, если вы посчитаете 15 умножите на 30, это будет не 540 акций, 540 долей, которые сейчас на минимальном пакете, а 450.
Сейчас вот как бы, да, я знаю, что многие люди нас с вами не слышат. Почему? Потому что как бы, ну, $15 я сейчас заплачу, например, $15 потом. $200 сейчас я отдам, и $200 я могу отдать потом. Ничего же не меняется, правда? Сумма не меняется. Ну, просто люди не фокусируются, не считают, что будет на выходе. В итоге, да. Вот когда на выходе, например, пакет куплен на 8-м этапе за $1000, да, на котором на 20% уменьшится количество акций, а 20% от 180 тысяч, да, сумма уже значительная. И когда на выходе там речь будет идти где-то о $30 000, вот это существенно. А сейчас 200 и 200. Вроде бы всего ничего, да. Что еще хочу заметить, да, многие из вас наверняка следят за информацией о развитии, скажем так, проекта в целом, о развитии технологий. И в принципе сейчас, помимо тех форумов, которые были в нашей компании на прошлой неделе, на предыдущей, скажем так, в сентябре месяце, это было мероприятие «Натранс», после которого было получено большое количество позитивных отзывов и в прессе, да, и специалисты из сферы транспорта хорошо отзывались о технологии. В средствах массовой информации было показано. На прошлой неделе в Беларуси прошла выставка «Транспорт и логистика 2016». И наверняка большинство из вас, а может быть все даже знают то, что наш выставочный, скажем так, экспозицию посещал первый заместитель премьер-министра Беларуси, министр транспорта Беларуси, Литвы и Польши. То есть они получили информацию. Анатолий Эдуардович, скажем так, на данном мероприятии передал пакет документов первому заместителю и, скажем так, надежды заручиться его поддержкой в представлении нашей технологии президенту Беларуси и выделение 15, вот тех самых 15-километрового участка для дальнейшего строительства высокоскоростного SkyWay в следующем месяце. Мало того, сегодня уже, да, сегодня у нас вторник, в Беларуси началось мероприятие, скажем так, новая выставка, которая затрагивает тему в первую очередь энергетики, да, то есть это вопросы, связанные с энергетикой, опять же, с экологически чистым, энергетикой будущего и так далее. И на этом мероприятии также это происходит, что самое интересное, в том же самом манеже, в Белоруссии. Вот. И там представлена наша компания. Мало того, вы знаете, что было опубликовано интервью с Анатолием Эдуардовичем Мединским. Вот энергетический экологический форум, то есть энергетика, экология, энергосбережение, электро. Все там в четыре, скажем так, четыре разных направления, четыре в одном. Это все происходит сейчас на территории Беларуси. И также у нас с вами важное мероприятие проходит в Австралии, да, в городе Мельбурн. Вы знаете, что у группы компании SkyWay не так давно, ну, относительно недавно, да, где-то около полугода назад появился очень важный стратегический партнер, компания Auricon, специалисты, которые вместе с Родом Хуком посещали наше конструкторское бюро в сентябре, да, были на экотехнопарке. Вот, кстати, фотографии, вот, если кто из вас не видел эту информацию, зайдите в раздел новостей, там, где они все согнулись над нулевым километром дороги SkyWay. И сейчас компания Auricon на выставке интеллектуальные транспортные системы, которые проходят в Австралии, это крупный международный транспортный форум. В этом году Австралии отдали, скажем так, право проведения данного форума. Вот. И компания Auricon представляет нашу технологию в том числе. То есть это та компания, которая взялась за сопровождение нашего проекта на территории Австралии. То есть сейчас фактически проходят два крупных форума, вот, которые, знаете, вот Серж написал, что говорили 30, вы, наверное, не всегда внимательно следили за нашей информацией. Уже, скажем так, с того момента, когда было рассказано о новом двигателе мотор-колесо, вот, да, а, это Серж, Серж Успех, не я, да, 30-километровый участок. Так вот, для того, чтобы продемонстрировать сегодня возможности SkyWay и разогнаться до скорости 500 километров, да, и успеть затормозить, достаточно и участка в два раза меньше. Вот таким вот образом. Извините, Сергей, я просто вижу, что к нам снова кто-то забрел. Вот, человек, скажем так, невидимка, да, invisible man, или может быть woman, под плюсиками. Вот, дай бог, чтобы этих плюсиков было больше у него, скажем так, в черепной коробке. Никого не хочу обидеть, чтобы голова была настроена на позитив. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, то есть новости основные я вам озвучил. Еще единственное добавлю, завтра в Москве у нас пройдет живая презентация. Завтра вообще будет, скажем так, для меня день презентации. Одна из них будет онлайн проходить буквально, когда она закончится. Через полтора часа будет проходить живая презентация в гостинице «Татьяна» в Москве. Поэтому те из вас, кто имеет возможность пригласить своих друзей, знакомых, проживающих в Москве, пожалуйста. Гостиница «Татьяна», 19:30, недалеко от метро «Серпуховская», метро «Павелецкая». Завтра будет проходить презентация компании SkyWay Capital. Мы там расскажем как раз-таки о последних новостях,
Там, наверное, уже подробнее мы покажем пакеты по смену дисконта, сравнение и так далее. Да? И предложим людям недолго раздумывать над возможностью инвестировать или нет, потому что у нас, как правило, на эти презентации приходит целый ряд новых людей. Вот. У нас осуществляется розыгрыш лотереи, да, на который как минимум один человек уходит очень счастливым обладателем подарочного сертификата на 1000 акций компании Skyway Capital, и еще два человека уходят с книгами «Юницкого небесной дороги», тонкий вариант, более краткий, да, и более подробная версия книги «Юницкого небесной дороги», это у нас разыгрывается в лотерее. Вот. Также следите за информацией о том, где и когда проходят живые презентации, потому что вы знаете, у нас большой форум, в первую очередь для лидеров регионов, проходит в Риге 23-22 числа, да. У нас будет форум, предполагается, в Самаре, вот сейчас как раз-таки речь идет об организации данного мероприятия. И в Питере будет событие, открытие клуба наших инвесторов, поэтому, я думаю, в ближайшее время информация появится в новостях, и вы их обязательно можете прочитать. Итак, друзья, в принципе, у нас есть сейчас время с вами обсудить, что из себя представляет маркетинг-план нашей компании. Я вам предлагаю пойти по схеме, по которой мы двигались несколько раз. В пятницу я рассказывал маркетинг сам, да, то есть делал акценты и так далее. А сейчас я предлагаю вам посмотреть ролик, вот, после которого вы сможете меня спросить о том, что было непонятно, да, может задать какие-то еще вопросы, может быть, по тем новостям, что я озвучил в начале. Поэтому давайте мы пойдем таким путем. Ролик всего там 7 минут 30 секунд. Он практически основные положения маркетинга показывает, да. Вот. Изменения будут ли в маркетинге или нет после перехода на 8-й этап, это решается буквально сегодня-завтра. Какие я скажу после ролика, хорошо? Итак, коллеги, включаю вам ролик о маркетинг-плане. Ну и до встречи скорой. После того, как вы посмотрите ролик. Партнерская программа компании Skyway Capital – возможность, которая позволит вам начать зарабатывать уже сегодня, не имея для этого специального образования. Все, что вам нужно, это рассказывать о компании тем людям, которым вы искренне желаете успехов и процветания. Люди очень охотно присоединяются к компании, и уже более 250 тысяч человек прошли регистрацию и активно интересуются нашими общими успехами и вносят свой вклад в общее развитие. Итак, представляем вам партнерскую программу компании Skyway Capital. Квалификации партнерской программы. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, это клиент. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, знакомиться с технологией Skyway, задавать вопросы и получать ответы сотрудникам службы технической поддержки, приобретать акции и ждать выхода компании на мировой рынок. После заключения партнерского соглашения в вашем личном кабинете вы получаете статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 4 уровней своей команды. С 1 уровня он получает от суммы инвестиций 15%, со 2 – 4%, с 3 – 2%, с 4 – 1%. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующие вознаграждения с 5 уровней своей команды. С 1 уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со 2 – 5%, с 3 – 3%, с 4 – 2%, с 5 – 1%. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 6 уровней своей команды. С 1 уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со 2 – 7%, с 3 – 5%, с 4 – 3%, с 5 – 2%, с 6 – 1%. Мастер. Условия выполнения квалификации. Мастер. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 9 уровней своей команды. С 1 уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со 2 – 7%, с 3 – 5%, с 4 – 4%, с 5 – 3%, с 6 – 1%,
с 7 по 9 – 0,5%. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Эксперт. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $10000. Эксперт может рассчитывать на следующие вознаграждения. До 20 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого уровня 16%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый 0,5%, с десятого по двадцатый 0,2%. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта, все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $30000. Топ-эксперт может рассчитывать на следующие виды вознаграждения. До 24 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С первого 17%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый 0,5%, с десятого по двадцатый 0,2%, с двадцатого по 24 0,1%. На своем экране вы видите общую схему выплат и условий по партнерской программе. Нажмите паузу и изучите более детально. Дополнительный бонус для активных партнеров. Схема выплат вознаграждения по количеству оплат в первом поколении, или другими словами, за личные продажи. Условия получения бонуса. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих 4 пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. Закупленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Пример из расчета пакета акций на $50 вы видите на своем экране. Нажмите паузу и изучите. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации – объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Особенности партнерской программы. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 18% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по уровням в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничений по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. Более подробно о маркетинг-плане вы можете узнать, посетив онлайн-встречу с Максимом Ведро, где он более детально рассказывает о каждом моменте. Расписание занятий на сайте. Также вы можете самостоятельно изучить маркетинг-план в своем личном кабинете. Как найти информацию в личном кабинете, вы видите на своем экране. С уважением, Skyway Capital. Итак, коллеги, в принципе, ролик дал практически полную картину того, что у нас есть в партнерской программе. Она действительно, самое главное преимущество, то, что она простая. То есть здесь нет никаких сложных формул, да, вам не нужно, скажем так, в голове держать какие-то дополнительные цифры, какие-то сложные действия и так далее. Важно понимать, что за простую и несложную работу
Почему-то выключалась камера. Сейчас меня слышно, видно? Ссылку на ролик надо будет поискать. Спасибо вам, Сергей. Спасибо большое. Сейчас я ссылочку на ролик, который сейчас демонстрировал, сюда. Вот. Что касается изменений, да, вот вы в ролике слышали, у нас вот здесь написано в самом низу, что идет вознаграждение, у нас идет на бонусный, на акционный счет в том размере, который вы сейчас видите на экране. Так вот, коллеги, сейчас обсуждается вопрос о том, я иногда говорил на презентациях, да, и на партнерской программе, что на акционный счет, возможно, будет уменьшена выплата вознаграждения. Когда-то, я помню, когда еще только мы начинали движение, была партнерская программа, это запущено, и в начале нашего проекта Юницкий говорил, что да, тем людям, которые помогают нам развивать проект, тем людям, которые активно, скажем так, прилагают усилия и стремятся к тому, чтобы уже сегодня зарабатывать деньги, да, мы делаем подарок в виде акционного счета, на который начисляем то же количество, скажем, денежных средств, которые мы начисляем на бонусный счет. Тогда было так. То есть одинаковое было распределение. Вот. Далее, по-моему, с переходом на шестой этап было принято решение изменить эту картину, и на акционный счет начисляется денег в два раза меньше, чем на бонусный. То есть на бонусный, в соответствии с теми процентами, которые вы видели, на акционный счет 50% от начисления на бонусный. Возможно, что-то изменится на восьмом этапе. Сейчас пока руководство раздумывает, возможно, это будет как-то градация в зависимости от вашей квалификации. То есть, чем выше ваша квалификация, чем больше объем работы вы создали, чем больше вы инвестиций привлекли, соответственно, больший процент будет начисляться на акционный счет. В принципе, где-то это справедливо, хотя люди по-разному, конечно, будут реагировать. Это почему темка там наверху, и который начал раньше, мол, такая заслуга. Ну, никто не мешает сегодня приложить простые шаги. Даже три человека, которые, скажем так, пришли следом за вами, вы можете начать расти. Эти люди могут приобрести большие пакеты долей компании. У вас большой пакет, например, вы можете вырасти как минимум до квалификации консультанта сначала, да, да и мастера в том числе. Потому что суммарный товарооборот вашего первого поколения суммируется, и если вы выполняете условия, то, соответственно, вам может быть начисляться больше акций, точнее больше денег на акционный счет. Как это будет, мы с вами еще увидим. По отношению к ролику добавлю еще, наверное, следующую информацию и преимущество нашего маркетинг-плана, то, что его можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. То есть мгновенный выплат – это означает то, что товарооборот под вами в структуре происходит, и у вас фактически мгновенно идут начисления на бонусный инвестиционный счет. И присвоение квалификации у нас идет в тот же день, то есть вам не нужно ждать неделю либо месяц, как это происходит в огромном количестве партнерских программ, да, их там, ну, более 5000 точно на сегодняшний день в мире насчитывается, да. В большинстве из них следующая квалификация вам присваивается по окончанию отчетного периода, как правило, это месяц. Вы в начале месяца выполнили квалификацию, получаете процент в соответствии с предыдущей до конца этого месяца, когда создаете товарооборот, деньги вам за этот месяц платят там, в начале следующего, например. И вот после того, как деньги заплатили, вам присвоили более высокую квалификацию, и повышенный процент в соответствии с более высокой квалификацией вы начинаете получать со следующего месяца. У нас этого нет, это большой-большой плюс нашей партнерской программы. Вот таким вот образом. Не знаю, все ли были в самом начале, то есть я кратко говорил о новостях, которые у нас с вами происходят, да, об изменении дисконта, о новых пакетах, которые у нас появятся. Скажем, они будут выгодны, конечно, в первую очередь тем, кто имеет на сегодняшний день уже большое количество долей компании. Эти пакеты долей компании может увеличиться либо на 1%, либо на 2%, либо на 3%. Если вы возьмете рассрочку там, на 10 месяцев, и по окончании выплаты этой рассрочки на весь объем акций, на весь объем долей компании, который у вас будет на тот момент в личном кабинете, вам прибавится либо 1%, либо 2% в зависимости от размера рассрочки, которую вы взяли, либо 3%. Вот. Кто из вас считает, что это хорошее условие, это бомба, да, можете поставить плюсики либо пятерку в нашем чате. Ну, помимо всего прочего, будут еще пакеты, которые, скажем так, до седьмого этапа не были. Вы знаете, по поводу уроков по тому, что вот настроить какие-то партнерские программы, как с этим работать и так далее. Вот пока у нас нет отдельного, скажем так, ресурса, на котором были бы выложены видеоуроки, да, то есть пошаговая инструкция, как вам начать развивать бизнес по партнерской программе. То есть делай раз, делай два. Если говорить на пальцах, то все начинается с простого. Если вы, которые получили информацию, вникли в нее, разобрались и приняли решение двигаться, да, и вокруг вас есть огромное количество людей. Вот тут как бы начинается ситуация измены, да, либо излома, либо, скажем так, может быть, не совсем верно принятого решения.
Почему? Потому что первое, что важно, да, вот, ну, один из важных принципов, на который я вот обращаю внимание, вы можете как бы с этим считаться, можете нет, важно, чтобы до тех людей, а их большое количество в вашей жизни, которые есть, родные, близкие, друзья, знакомые, коллеги по работе и так далее, донес информацию кто-то третий. Но не донести им информацию было большой ошибкой. Тот, кто знаком, скажем так, с миром MLM, тот, кто читал книжки, например, того же Рэнди Гейджа, он четко говорит, да, то есть если вы одухотворились, вы видите перспективу и решили, скажем так, здесь приложить усилия, заработать денег, да, но почему-то у вас созрело решение, что вы сейчас будете давать информацию через интернет незнакомым людям, вот, либо там объявление расклеить и чего-то еще, то вы глубоко ошибаетесь. И где-то он прав, ну, почти, наверное, на 100%, а может и на 200%. То есть, если вы считаете, что люди, которых вас знают, с которыми у вас есть взаимоотношения, да, с которыми вы живете там какое-то количество лет вместе, не посчитаются с вашей точки зрения, то откуда у вас берется уверенность и вероятность того, что незнакомые люди вам поверят больше, чем те, которые вас знают. При условии, конечно, если вокруг вас люди, которые просто вы живете обычной жизнью, кому-то вы помогали, у вас есть определенный авторитет. Если, конечно, вокруг вас огромное количество людей, которым вы просто гадили в душу, ну да, тогда сложно, конечно, с ними работать. Либо подставляли их где-то. Но если вы нормальный обычный человек, то, наверное, самый первый шаг, который нужно сделать, при помощи того, кто вас пригласил, тоже важный момент, да, исследовать ему нужно правильно, донести информацию до своего окружения. Потому что, как показывает практика, как бы мы ни хотели, при существовании там огромного количества способов, да, там волшебных средств, которые предлагаются в интернете, купи у меня систему готовую, да, и я тебе гарантирую, что через месяц у тебя каждый день будет 1000 желающих приобретать твои услуги, товары и то, что есть в мире MLM. Вот. Как показывает практика, в 95% случаев из 100, если посмотреть структуры действующие и так далее, действующие партнеры – это люди из вашего ближайшего окружения, либо, скажем так, те люди, с которыми вы познакомились, да, сошлись. Вот. И человек принимал решение осознанно, глядя на вас. Потому что в большинстве случаев при построении партнерских программ люди следуют за людьми. И самое важное, наверное, в этой жизни, да, важно, информация, технология, бизнес, доход, много чего еще, скажем так, утилизация свободного времени человека, которому негде себя применить, а тут он нашел, да, способ себя реализовать. Вот. И поэтому лучшее, что вы можете сделать, это донести информацию до близких людей. Смотрите, если вы сейчас в другой стране, да, интернет здесь служит хорошую службу, потому что вокруг вас наверняка есть люди, которых вы знали по своей предыдущей жизни, они находятся в той стране, где вы были. Попробуйте начать с них. Подключите наставников, трехсторонней беседе в скайпе, да, и так далее. Но опять же, прежде чем предлагать кому бы то ни было, что бы то ни было, сначала нужно узнать, а есть ли у человека потребность в чем-то. Потому что многие опять же делают ошибку, они заходят в интернет, во все социальные сети, у кого-то там начинается лихорадочное добавление, кого попало, всех подряд, кто прислал, скажем так, запрос, и они куда только не влезли, да, в любые группы там. Группа о том, как делать скворечники, они туда зашли. Вот, группа о том, как оживлять мертвых, да, там, обряды вуду и так далее, нахлопали себе контакты и всем им рассылаете какое-то предложение об инвестициях. Вот этого, наверное, лучше не делать. Себя поставьте на место тех людей. Большинство людей не любят получать бестолковую почту, не любят получать, скажем так, какие-то предложения и так далее, если их никто не спросил. Вот. Поэтому прежде чем человеку что-то предложить, хотя бы надо поинтересоваться, как он, чем живет, даже если это знакомый. Если вы давно не общались, узнайте, чем он сегодня дышит, как у него дела обстоят где-то, да? Если это ваш там однокашник, одноклассник, ну где он себя применяет и применяет ли вообще? И слушая то, что он вам скажет, у вас, возможно, появятся те точки, не болевые точки, да, которые нужно ему надавить и сделать больнее, вот. А наоборот, слушай, наверное, я могу тебе помочь. Вот ты сказал мне об этом, есть отличная возможность. Но для этого надо пообщаться в скайпе, не сейчас, я сейчас тороплюсь, а вот через полтора часа. Ты готов? Да, готов. Раз, и трехсторонний звонок. Ну, это вот то, что я могу вам сказать так в данный момент, да, потому что, да, существует какое-то количество способов, вы можете изучить целый ряд систем в интернете, освоить, скажем так, создание рассылок, научиться составлять самую подписную форму, да, вести свой блог и так далее, но, как показывает практика, это все то, чего не нужно делать в самом начале. Вы можете этим начать заниматься, когда у вас будет доход, когда у вас, скажем так, будет свободное время, и вы это будете делать в удовольствие. Если вы думаете, что вы, скажем так, прежде чем зарабатывать здесь деньги по партнерской программе, вам нужно, скажем, использовать кучу электронной всякой всячины, да, там научиться делать одно, второе, третье, четвертое, вам некогда будет здесь строить бизнес, вы будете учиться тому. Соответственно, вы не будете зарабатывать на этом на первом этапе. Вот такой совет.
По большому счету, коллеги, в принципе, информация, которую хотела для вас донести, да, она вот и вся. Новости я озвучил. Одно хочу сказать, завтра в 17 у нас по расписанию, если не ошибаюсь, вот если мы зайдем сейчас в личный кабинет партнеров компании Skyway Capital, да, там, где у нас раздел расписания вебинаров, обычно по среду мы рассказывали про новый личный кабинет. Вот сегодня информация прошла, что, скажем так, две версии кабинета, старая и новая, которая бета-версия, совместно будут двигаться еще где-то порядка одного месяца, а дальше у нас будет уже только новая версия кабинета, в которой будет большее количество языков и так далее. Так, среда, 17 часов, да, презентация компании Skyway Capital, то есть завтра мы с вами поговорим по новым слайдам, потому что я их переделаю, то есть там будут ролики другие. Ну, надеюсь, что эта презентация завтра будет более живая, на ней будут показаны новые видеоролики, да, интервью и так далее, и так далее. Вот, представление технологий в новом живом формате. Поэтому давайте сделаем так. У меня сегодня все. Сегодня еще будут мероприятия там у Григория Мирошниченко и на других языках. Поэтому приглашайте своих партнеров, которые являются носителями языка в тех странах, где будет проходить презентация. Вот. Вам здоровья, любви и денег. До новых встреч в режиме онлайн. С кем-то, может быть, вживую завтра увижусь, да? Ну и всем хорошего вечера. Спасибо большое за ваше внимание, за то, что приходите на вебинары. Вот. Ну, был рад, если кому-то что-то открыл, а может быть наоборот. Но тем не менее, давайте двигаться. Спасибо за внимание, до свидания.